Друзья, приветствую вас на канале Криптомании, и мы продолжаем охотиться за бесплатными монетами и токенами на различных проектах. Неделю назад я делал обзор на проект Discoin. Напомню, что здесь за регистрацию на сайте и создание кошелька мы получаем 400 монет Discoin, 100 токенов, 100 монет за каждого приглашенного, и плюс здесь есть ежедневный бонус, где мы можем получить от 0,25 до 1 монеты Discoin. И появилась еще одна возможность заработать дополнительные монеты Discoin в их официальном Telegram-боте. Вот этот Telegram-бот, и здесь мы можем заработать до 400 монет Discoin и плюс 100 монет за каждого приглашенного. И заявленная стоимость одной монеты Discoin составляет 2,5 цента. Итак, что нам нужно будет сделать, чтобы получить эти монеты? Ну, прежде всего, мы должны быть зарегистрированы на самом сайте Discoin, создать здесь кошелек. Вся информация есть в моем обзоре. Ссылочку я на видео оставлю внизу под видео. Проходите регистрацию, создаете кошелек. После этого переходим в Telegram-бот, нажимаем «Старт», разгадываем капчу. После этого нажимаем «Мое меню». Далее нажимаем «Join iDrop». И мы видим задания, которые мы должны выполнить. Есть обязательные задания и необязательные задания. Ну, за них мы также получаем дополнительные токены. Далее нам нужно будет нажать Submit My Details, после чего нас просят ввести свой email-адрес. Вводим тот email-адрес, который мы регистрировались на сайте Discoin. Ввели адрес. Далее нам нужно будет ввести адрес кошелька Discoin. Для этого переходите на сайт Discoin, нажимаете Wallets. И здесь копируете адрес кошелька, вставляете его и отправляете. После чего выполняем задачи в социальных сетях. Это вступление в Telegram-группы. Вступили в Telegram-группы, возвратились, нажали «Доны». Вступаем в три группы. Далее подписываемся на страницу в Твиттере. Опубликовываем пост. Переходим по этой ссылочке. И после этого нам нужно ввести свою ссылку на профиль в Твиттере. Далее нам нужно будет подписаться на Medium и похлопать статью. Переходим по этой ссылочке на эту статью, и здесь нам нужно нажать похлопать. Выполнили, возвращаемся обратно, вставляем свою ссылку на профиль в Medium и отправляем. Далее подписываемся на Reddit и комментируем один пост. Перешли по ссылочке, попали на Reddit, нажали Follow, и здесь вам нужно прокомментировать любой пост. К примеру, вот этот пост, открываете его, нажимаете Reply, пишите короткий комментарий и отправляете. Возвращаемся в бот. Здесь вставляем свою ссылку на профиль в Reddit. И обязательное задание мы уже выполнили. Далее, если вы хотите заработать дополнительные токены, нужно подписаться на страницу в Фейсбуке. Подписываемся и оставляем свою ссылку на профиль в Фейсбуке. И есть еще одно необязательное задание. Это подписка на страницу в Твиттере и ретвит одного поста. Если вы ее выполнили, нажимаете «Да», если нет, то нет. И нажимая на вкладку «Статистик», мы получаем свою реферальную ссылочку, копируйте, приглашайте, зарабатывайте дополнительные токены. И также здесь есть информация, что то токены будут добавлены после ручной проверки по окончанию аирдропа. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, а также жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем спасибо, пока!